скупо съел мой пластырь. У подножия sausages. So would you have the bacon sandwich? Yes, have a bacon sandwich, please. Just wait, couple of seconds. Yeah. We can. We don't want to kill you. Lay down to the hill. Gross. You're not trying to eat yourself. I did, I'm on that bit. Did you? My son ran there. Ah. Это женщина тоже из Бирмингема. Теперь мы на тропинке, и куча народа перед нами, и все тянутся по узенькой вот этой вот тропинке, окруженной крапивой со всех сторон. Вот эта крапива во всей красе. Это дерево, я can see, да? Тропинка очень такая скользкая из-за того, что шли дожди. Вот поэтому тут нужно быть очень осторожным. Вот, пожалуйста, тут тебе
вода, грязь и все такое прочее. Это самое интересное, что крапива тебя кусает прямо по ногам. Надо было одевать сапоги. Еще до той горы идти. Вон толпа вся тянется перед нами. Ой-ой-ой. И когда же мы придем туда, неизвестно. О, снасти. Ой-ой-ой. Грязно и скользко. А тут колючки. А тут крапива. А тут еще крапива. Ай-яй-яй. А тут грязюка. Вау. Так. Тут ферма. Вот тебе, пожалуйста. Ричард, их фотографируют. И вот вдалеке открывается вид на эту гору. На эту гору. Гору. Гору-гору. И народ ползет вереницей, как муравьишки, вверх по горе. Рядом коровы пасутся. Вот это купа сырья. Итак, сегодня мы в Глостершире и поднимаемся сейчас на гору, с которой проходят соревнования ежегодные по катанию сыра и догонянию его. Так называемый Cheese Rolling Festival. Его хотели запретить, потому что очень много injuries, ранений происходит и повреждений, травм, когда люди катятся с горы. Гора очень крутая. Она впереди меня. И мы до нее еще не дошли. Очень крутая гора, на которую сначала взбегает толпа. Вот мы увидим попозже. А потом они точно так же должны сбежать по этой горе. И кто первый пересечет финишную линию, тот получит головку 2-килограммового сыра. Дабл Глостер сыр, который дается в подарок победителю. Вот. И, конечно, поскольку это такое знаменитое во всем мире событие, то, естественно, публика тут из разных частей Великобритании. Такая языческая традиция. Я думаю, что это языческая традиция с древних времен. Вот. Look at that. Is that bird of prey? That one. Or seagull? Yeah, or... Huh? That's a seagull. A seagull. Okay. Так, очень живописно здесь. Очень. Просто замечательно. Носит. Погода сегодня хмурая. Дождика нет. Но вполне возможно, потому что атмосферный фронт меняется. До этого было очень тепло, наверное, несколько дней. А сегодня вот облака. Взбираемся на гору, поэтому задыхаюсь, естественно. Мальчик пошел пугать коров. Нужно быть очень физически крепким, чтобы слететь с этой горы и не повредить себе ничего. Так, за мной вот вереница людей тянется. И пока мы доползем туда, мы, наверное, высунем языки.
Итак, мы поднялись вот по этому холму. Еще тысячи народу сбираются. А теперь заходим в настоящий лес. О! Очень живописная территория. Но это природа. А это деревья не посажен. Это все природно. Так, а что тут они встали? Что тут закрыли уже или? Понятно. Итак, мы пробираемся через лес, и здесь такая преграда. Вот такая преграда называется Stiles. Ступеньки, по которым нужно взбираться, и потом через такую преграду. Stiles. По-английски это называется Stiles. Climbing over the Stiles. Вот малышка быстро. Раз. Хоп-хоп. И там. И вот этот маленький хочет. Так, о, ручка его подпрыгнула. Ну, для папы, конечно, это не преграда. Итак. Итак, мы перелезли через Stiles и вот в лесу. Очень тенисто. Такие воротца специально для того, чтобы барашки не убегали за пределы. Вот они имеют такой двойной разворот, очень узкий. Уже близко. Лес закончился. Перед нами полянка. Очень уступистая. Мы почти достигли цели. Вот она деревушка. Вот они люди, которые все еще взлезают. А вот впереди тот самый отвесный холм, вдоль которого цепочкой стоят люди. Итак, цель достигнута. Вот мы у подножия Купес Хилл, холма Купера. Он действительно очень-очень крутой. Очень крутой холм. Такая горка. В один момент. И все остальное тоже. Народ уже занял позиции, кто где хочет. Кто-то на вершине холма, кто-то посерединке. Вот я думаю, что у подножия будет само то. Смотреть, как люди добегают сюда, вот сюда, в самый низ подножия. Народ уселся, ждет. Вот, на полянке. Никуда не идет, не торопится. Замечательно. Мы тоже будем здесь потом. Сейчас мы почти начинаем. Thank you.
Итак, первая группа спустилась. По-моему, никто не сломал ничего. Все благополучно опустились. Теперь уже все закончилось, время пикников. You're part of the club now. Part of the old slob route. Итак, все то же самое в обратном порядке. Спускаемся с горы. Можно самому тут так скатиться, как тот сыр. Очень живописно. Да. Но нужно быть осторожным. Некоторые решили, что катиться с горы — это их призвание.
you like it? Oh yeah, it's nice, yeah? Well, ahora que está cayendo una mucho más, Так спускаемся вниз. Но уже гора более пологая становится. И идти становится легче. Хотя смотреть под ноги все равно нужно. Чтобы не скатиться, как тут сыр. Берем вниз. Глостершир. Графство Глостершир. Ну, Глостер тут вот он, прямо раунд икона, что называется, за углом. И вот люди ползут вон там, цепочка мимо коров, там, где мы шли. Здесь, правда, меньше народу, но все равно. Итак, закончился фестиваль 4 раза, ну, может быть, 5-й раз. Обычно 5 раундов, 5 спусков с горы. Но мы посмотрели 4 и решили, что хватит. Все одно и то же. Катятся кубарем вдогонку за сыром, ломают кости, шеи. Все в грязи. Но, по-моему, серьезных увечий в этом раунде не было, в наших, во всяком случае. Ну вот, поэтому все закончилось хорошо. Мальчик не хочет. Протестует. Протестует, чтобы его... Протестует, чтобы его понравилось на горе кататься. Детей много тоже, и собаки есть. Вот, всех тут достаточно. Вот, люди сели на пикник. Фестиваль сидра. И вот там люди идут по дорожке. А мы вперед.